А вот и река Пихорка. 2 километра от Шката Милина парк. Вон там наши дома. Грязно, конечно. Бутылки разные, все. Есть люди, которые тут купаются. Сейчас немножко покажу дальше. Вот я уже на другой стороне. Сейчас покажу поближе. Мне тут, конечно, не пройти. Я сейчас попробовала. С одной и с другой стороны все заросло, все в крапиве. Вот это, наверное, только единственная дорожка, где можно пройти, так как везде все в лопухах, все заросло, одна крапива и, в общем, сказать, никто не ходит. Ну вот, короче, я спустилась, еле-еле дыша в теле. Грязно, просто ужас. Еще пахнет, как будто тут вот каждый день писают и какают, в общем, все подряд. Я сейчас, конечно, попробую дальше пройти, но я бы тут не купалась. Где-то там вдалеке должен быть тоже вот пляж, такой небольшой песочек. И там, в принципе, я думаю, можно. Но вот тут вот вообще невозможно. Пахнет очень сильно, я просто нос сейчас затыкаю. Ну вот, в общем, я вроде бы зашла, насколько смогла. Чуть выше колена. Где-то так. Вот такая глубина. Ну, может быть, по пояс. Чуть меньше пояса. Вот это все плавает. Грязь, фантики. Воняет просто ужасно. Исход такой, могу сказать, не самый лучший. Одни камни. Я вот сейчас чуть не напоролась. Иду еле-еле. Немножечко сносит, но так я бы тут купаться не стала. В общем, воняет там просто отвратительно. Я сейчас вышла, у меня все пахнет. Я быстренько оттуда убежала. Сейчас попробую дойти до места, где там купаются. Там должен быть песочек, должен быть проход. В общем, сейчас посмотрю. Шурик отказывается идти. Ну вот, дорожка. Ну вот, короче, я немножко еще пробралась. О. Ну, в принципе, ничем не отличается, все то же самое. Немножечко протоптано. Идти тяжело. Вода грязная. Очень сильно пахнет. Просто очень. Я вот иду. И чуть ли не задыхаюсь, потому что воняет очень сильно. Вот тут такой небольшой спуск, и все, и тропинка обрывается, дальше тупик. Ну, не тупик, но пройти можно. Крапива, конечно. Спуск не спускаемый, в общем. Очень мелко. Купаться тут, я думаю, очень тяжело, если там еще пузом зацепиться за корягу. Не знаю, кому как. Тут в основном рыбаки. Вот палочка даже стоит. Держатель для удочки. А так все вот одно и то же. Но главный минус — очень сильно пахнет. Просто очень. Кстати-ка, вон там
Вон там заброшка. Я сейчас туда пойду и посмотрю, что там такое. Вот небольшой кусочек заброшки на реке Пехорка. Вообще не имею понятия, что это за здание. Ну, что-то за дом, может быть, был. В общем, непонятно, что это. Сейчас, может, немножко разберу. Сначала кажется, что это какой-то дом, но это не дом, точно сказать не могу. Сейчас, в общем, пойду, посмотрю, что там такое. Вот она сейчас слева от меня. Опа. Так, ну, что-то есть. Я попробую сейчас подойти. Вот. Вот это, наверное, заход. Не знаю, получится ли мне зайти. Одна крапива обжигает. Обжигает, обжигает. О! Поднимусь отсюда. Опа. Ну, это окно, понятно. Сейчас попробую подойти ко входу. Кусочек заброшки. Тоже что-то непонятное. Все из плит. Из плит. Получится, подойду ко входу. Вот. А вот и вход. Строение на самом деле небольшое. Но непонятно, что это. Мусор, мусор. Кровать какая-то. Ну вот видно был каминчик. Это сразу понятно. Каминчика больше нету. Может быть, он сгорел. Вот это, мне кажется, он правда сгорел. Что я оттуда вышла. Но мне кажется, что вот тот камин, который я показывала, видимо, всполыхнул. Потому что там все разлетелось. Весь потолок черный. Все черное. По-видимому, кто-то что-то оставил, и это всплыхнуло. В общем, как-то так. Пойду дальше посмотрю, что там. Короче, я сейчас шла. Говорю тихо, потому что вот видела только что тут лесу. Небольшая. Думаю, и постараюсь, чтобы она попала в кадр.
Где-то она тут, может быть, она где-то там. Потихонечку, потихонечку. А тут развилочка. Если честно, я не знаю, куда она убежала. Посмотрим. Скорее всего, сюда. Где-то же должен быть ее домик. Ну, в общем, лесу заснять не получилось. Ну, кажется, она куда-то ушла. Убежала. У меня, в общем, вся голова в репейниках. Ну так, в общем, вот. Это самая заброшка на реке Пехотки. Ну, чисто мое мнение, камин. Взорвался камин. И все подлетело. Я уж сама точно не знаю. У каждого свое мнение, у каждого своя история. Вот туда я заходила. Ну так, в общем, вот. Вывод такой. Река очень сильно пахнет. И рядышком заброшка. Захода нигде я почти не увидела. Может быть, он где-то и есть. Но, если честно, я прошлась, нигде не увидела захода. Там везде огромные обрывы, где тяжело спуститься. И почти невозможно подняться. Ну, еще она миленькая. Так что, такие дела. Вот, в общем, еще небольшой спуск. Тут, как я поняла, в основном мангалы вот это все делают. Жарят, жарят. А пройти тут и негде. Вот такие, в общем, обрывы, спуски. И также очень грязно. Торчат везде коряги. Ну, в общем, для любителя. Комары и слепни все есть и кусаются. В общем, как-то так. Вот тут, короче, еще псарня. Но подойти ближе не могу. Ну, в общем, вот она. Как-то так, в такой глуши. Очень сильно пахнет, как обычно. Ну, вот так вот.